Толькі зімовы альбо усесезонны пратэктар шын, вышыня якога не менш за 4 мм. Гэта абавязковая ўмова эксплуатацыі аўтамабіля з 1 снежня. Патрабаванні накіраваны на прафілактыку дарожна-транспартных здарэнняў у складаных умовах надвор'я. Зимняя резина наиболее эффективна в зимний период времени, ведь она позволяет водителям сократить тормозной путь при резком торможении и намного эффективно сцепление колес с дорогой. При этом необходимо устанавливать зимний протектор шин на все оси автомобиля, то есть как на переднюю, так и на заднюю. Конечно, я еще раньше поменял зимнюю резину, потому что тут неизвестно, какая погода будет. Сцепление с поверхностью, не знаю, асфальт у нас намного получше, чем с летней резины, это однозначно. Я к этому положительно отношусь. Это безопасность в первую очередь, я считаю так. Все-таки это твоя жизнь, твое здоровье. Но я заранее переобулся, чтобы как бы так немножко было, тоже примораживало чуть-чуть уже, я думаю, сделал. Я так обычно делаю. За адсутнасць зімовых шын наступае адміністрацыйная адказнасць, штраф да паловы базавай велічыні, але не ў грошах справа. Неабходна памятаць жыццё ўласнае і іншых удзельнікаў дарожнага руху даражэй за патрачаныя сродкі на падрыхтоўку аўтамабіля да эксплуатацыі ў зімовых умовах. Пакуль праязная частка адносна чыстая і супрацоўнікі ДАІ не выпісвалі штрафы, а толькі папярэджвалі вадзіцеляў пра неабходнасць пераабуць аўтамабіль у зімовыя шыны.